О задачах органов местного самоуправления по развитию добровольчества сегодня говорили на заседании Совета по местному самоуправлению. Отметим, что на сегодня только в 23 муниципалитетах подписано соглашение по взаимодействию с волонтерами. Работать и нуждаться в общественных силах пока не готовы северные улусы. По решению главы республики ранее было сказано, что только в этом году будет задействовано 5000 волонтеров. Также члены Совета обсудили главные аспекты взаимодействия с общественной палатой, говорили о ходе реализации плана основных мероприятий по организации профилактики пожаров в жилом секторе.